Всероссийскому дню семьи, любви и верности в Национальной библиотеке открылась выставка «Достоин восхищения. Великий дар любви». Популярные художественные произведения, а также любовная лирика, представленные на выставке, напомнят об удивительных, нежных, щемящих, мечтательных и роковых историях любви. Ромео и Джульетта, роман о Тристане и Изольде, дамское счастье Золя, первая любовь Тургенева, унесенные ветром Маргарет Митчелл, гранатовый браслет Куприна, алые паруса Грина и другие известные книги. Украшением экспозиции являются репродукции картин известных художников Тициана, Рубенса, Боттичелли, Ренуара, Пикассо, Мане, Крамского и других. Кроме того, на выставке можно познакомиться и с научной литературой, в которой рассказывается, как сохранить отношения, как правильно воспитывать детей. В Национальной библиотеке также выставлены книги, изданные 100 и более лет назад. Например, статистический справочник, созданный известным этнографом Магнитским. В основном женились вот в 20-22 года. Девушки даже выходили замуж в 24. И свадьбы, значит, игрались в основном в июле месяце. На следующий день невеста должна была выйти на работу, на синокос. А на синокос надо было выходить прямо вот в одежде, в праздничной. Тухья там, хушпу и так далее. Все это изготавливалось из серебряных монет. Это иногда очень много весили эти украшения. Невесте надо было показывать сноровку, все на нее смотрели, вся деревня. И она работала, работала. И описывается в этой книге один случай, что упала невеста, умерла прямо на месте. Это было ужасно, ужасные обычаи.